Добро пожаловать, мальчишки и девчоночки, с вами ваша девочка-волшебница Nevermore, и продолжаем мы борьбу с зомбями. На чем остановились, я уже не помню, но вижу, что у нас очень паутинкой просто разбросана наша электропроводочка. Я вот чувствую, электрики все радуются в экстазе. Я-то как электрикам радуюсь, вы просто не в сказке сказать, да? Пишу этот эпизод просто в промежутке между еще света ни хрена нету, и его скоро уже ни хрена не будет. Но попытаемся на четвертой. Где моя четвертая скорость? Давай, родная. Ускорямба, что нам нужно? Создать комнату навыков для нашего... Как его звали-то? Мы ж поймали зомби, господи, как его звать? Виктор его звали... Чомби их называют там. Помню слово матерное нехорошее. Итак, давайте, комнату навыков 9/6, потому что не перфекционизм. Комната навыков, если бы я был ей, где бы я был? Общие сведения не то, коридор не то. Комната навыков... Под какой категорией ты будешь находиться? Под гантелькой. Это не комната навыков, это гачи-джим. Только мы знаете, что сделаем? Мы сделаем... Две мысли появилось, озвучу первую. Мы сделаем уголочки, чтобы эти чомби были отдельно от нормальных людей. Другой вопрос, что нормальных людей тоже не особо завезли. Так, 6/9, 6/9, 9/6. Ну, 6 на... От перемены мест слагаем, их сумма произведения не меняется. Сделали раз, сделали два. Возможно, сделаем шлюзик, не знаю зачем. Пауза, уйди. Давайте сделаем сразу шлюзик, а то я себя знаю. Скажу, сделаю, не сделаю, забуду. И была еще вторая мысль, да? Но она потерялась в процессе, вы не поверите. Коридор, пожалуйста, сюда. Дверу залупили, есть такое. Что мы делаем? Мне интересно, где они клепают USB-плиты? Они бы свое умение пустили на производство USB-плит, были бы богатые люди. А что нам еще нужно? Тренажер-платформа. Комната навыков, тренажер-платформа. Что там будет находиться? Тренажер-платформа. 10 металла, 80 дерева. Нам пора выносить... Нам скорее пора даже выносить забор, я так думаю. Делать отдельно закрытую зону. Или хотя бы поставить ворота. Не, ну ворота лучше пускай будут одним, будем знать, откуда они будут приходить. Отдельный коридор смерти. Иначе зайдут сзади, будет настоящий гачи-джим. Так, давай-ка... У тебя заход вот с этой стороны. Один нам нужно или не один? Наладить производство мяса для чомби первого уровня. Вот это, скорее всего, надо побыстрее, ибо, сами понимаете. Чомби сейчас будет злой, недовольный. У нас будут большие-пребольшие проблемы. Производство мяса. Если бы я был мясом. Прозвучало довольно странно. Согласен. А мы вообще его производить можем или не можем? Производство овощей, выращивание... Светники, обеденные столы, производство... Вот, производство мяса. Что нам мешает его изучить? Культиватор мяса 4/3. Синтезирует мясо для голодных сотрудников. Ух, синтез. Как у них зомби-апокалипсис случился? У них же все было, они синтезировать мясо могут. Я не пойму, только мы его уже изучили или еще изучили? Необходим оператор, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Стоимость создания... По-моему, мы его уже изучили. Он в первом тире. Вот это не изученное, вот это вот изученное. Производство мяса, пожалуйста. Так, уйди. Производство... Культиватор мяса, бог ты мой. Какой тебе размер предполагается? Неизвестно, просто неизвестно. Ну что сделаешь? Давайте мы тебе... Погоди, то есть без балды. Мы тебя можем просто тупо залупить на кухонь... А у нас кухоньки нету. Как все прекрасно, с кухоньки нету. Нам придется для чмомби делать отдельную кухоньку отдельного тира. Давайте что ли, что-то вот такое. Страшно, квадратные 150 деревяхи сделаем. Где наш пункт, лагерь с ресурсами? Не самое удачное расположение. Давайте мы тебя перенесем вот сюда. Чтобы они ловили его, но поближе немножко к выходу с базы. Все, пауза ушла. Работаем, братья, работаем. Время не ждет. Как там было? Дело не ждут, да? Или даже склоняюсь перед вашей волей. А вы не пробовали строить одно здание сперва, а потом... Приоритетно отдельное здание мы не сделаем. Мы можем сделать приоритет на отдельные стены, но это не совсем круто. С другой стороны, они так его несут. Окей, деревьях не хватает, деревьев мы вам найдем. Другое дело, что я опять залупил этот гребаный пост, так что он не вмещается с ногами, господи. Ну что ж ты будешь делать? Невер такой невер. А в смысле он не вмещается ногами? Он вам блочит, наверное, подходы, да? Придется рискнуть и поставить его вообще на улице. Согласен, странно, не актуально, неожиданно. Все контент. Можно было бы, я понимаю, поставить где-то здесь, но...
от серого будет быстрее бежать от зомби. И да, на тему зомби. Как бы открыто по необходимости. Иначе будет грустно. А, я его залупил вообще настолько хорошо, что фиг пройдет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ёшеньки, у нас сейчас оператора здесь нет. Вот здесь мы все и поляжем. 19 зомби в орде. Так, вопрос, я могу его нафиг удалить? Я сейчас пляжу. Удалить. Один объект, пожалуйста, давайте. Кто-нибудь, быстренько, ты можешь удалить его отдельно? Мы не можем им давать команды. Карл, мы не можем им давать команды отдельно. Пока они не надумают, они не надумают. Они просто нагло злые люди, которые не хотят... Так, стоять, ворота еще держатся? Ворота еще держатся. Мы можем попытаться впилить двери, чтобы они прошли через здесь. Пу-пу-пу-пум. Дверь, пожалуйста. Запилите мне вот здесь одну. Двера, обеденный стол. Не-не-не. Дверь, пожалуйста. Вот. Нет проблем, Невер найдет их сам. Может, хотя бы сюда? Может, ты его сюда сможешь перенести, не? Вообще, до звезды куда ты его перенесешь? Просто перенеси его, убери с прохода. Вроде побежал. Мало. Ху, слава Егам. Сейчас должны ворваться, должны починить. Должны не сдохнуть. Ворота мы закроем на всякий случай. А, видали, вот эти уже пытались бежать на улицу. Они такие, а чё бы и нет, там толпа зомби, давай сбегаем на улицу. А, снежковинки вы мои. Почему у нас не запитано рабочее тело? Дон-дон-дон-дон, у нас все есть. У нас все есть, тогда почему дон-дон не работает? Ворота пилить вообще молодцы, гораздо красавчики, я не спорю. Но почему у нас нет здесь на снежка стрели, бог поди прости. Условия работы, много сверхурочной работы. Дальше, если тебя съедят зомби, у тебя вообще работы не будет. Такое у себя ощущение, прям скажем. Перетрудился, да? Три снежка залупил и перетрудился. Вот тебе моя бусинка, я тебя сейчас запомню. Иди сюда, мой лысенький. А собака ушел. Вот, он жрать пошел. Тебя зовут Бенни Тремон. Запомните, все работники нашей лаборатории. Вот если вы, точнее, когда вы сдохнете от зомби, вот это тело вас подвело. Что по времени? У нас уже середина ночи. Даже проходит ночь, сейчас будет рассвет. Залупи мне еще одного зомби, пожалуйста. Очень сильно нужно. Очень прошу, давай за. Он уже почти готов. Мы его заберем с собой, сделаем из него нормального человека. Отдельными местами. Да, практически там. Ну чего ты недоволен? Что ты рыдаешь? Вот ты. А, я понял, он это... Ну, он сзади все видно. Обделался на рабочем месте и побежал прятаться. Мы не осуждаем, бывает в жизни всякое. Но опять же, если вас твари съедят зомби, вы же будете сами виноваты. Не проломается. Живем. Следующая ночь, обычная волна зомби. Хорошо. Кстати, получено достижение выживший точечка 1. Зачем, почем, не знаю, но уже хорошо. Ворота открыли совсем. Деревья рубим. Так, лагерь с ресурсами мы тебя, надеюсь, не удалим в процессе. Давайте, переставили сюда. Хотя опасная штука. Давайте все-таки сюда переставим. Потому что они все равно лупятся сюда. Ну зачем, люди, что с вами не так? А что это такое? О, наш чомби. Че у него как? А настроение хорошее, мясо. Где он мясо нашел? Он наеденный, падла. Он наеденный, значит, он где-то нашел мясо. Где он нашел мясо? Вот этот вопрос, вот это поди знай. Такс. И он, по-моему, да, он работает на подай принеси. Самая простая работа, тоже дело. А что с контейнером? Отлет пассажиров. Мы можем назначить пассажиров? Нет, мы не можем назначить пассажиров. Наши пассажиры уже невозвращабельны. Что вы здесь хотите? У них плохое настроение. Я вам что-нибудь могу для настроения поставить? А украшения? Ничего не могу. Комната навыков нет. Спальня нет. Научный отдел клизма нет. Общие сведения, электричество. Так, давайте-то по науке глянем. Наука, электричество, производство, еда. Вот, потребности. Чомби, базовая лаборатория. А у простых людей потребностей нет там. Я не знаю, колышек для удовольствия. Палочка с вибрацией, нет? Не слышали? Мало вы люди играли в RimWorld. А, электричество, батареи. Нам пока хватает того, что есть. Наука. Базовая лаборатория. А, это требование, что нам нужно, базовая лаборатория.
Окей, еда, выращивание светники, производство овощей. А бог поди знает, что им нужно. Будем думать, что в обучении мы это дело не зафейлим, так что все окей. А, деревяха есть, деревяха есть. Одно достроили, нет, одно не достроили, давай. Тебе осталось совсем чуть-чуть. Совсем самая бздюленька осталась, давай. Доделал вот этот тренажерчик, все хорошо. 80 деревяхи. Так, коридор комната готова. Мини-мини варианты есть. О, так. Смотрим, 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 смотрим. Зачем вы... Да, наверное, мы немножко неправильно сделали. Зачем вы разбираете камни? У вас задача дерево и светника. Все, ну можно еще овощи. Может, вы недовольны, потому что голодные. Что такое? Стена, что не хватает, что не хватает. А что не хватает? 25 деревяхи. При большом приоритете они все равно ее не строят. Странные личности, я вам скажу, странные. Морозильничек, что у вас есть? 460, здесь мы особо не потратили, 50-60, да, на пару ночей, я думаю, что хватит нам. Да, чем без собирать, кстати, ух, слушай, моя, ты моя, ты залупа глазенькая прелесть, он еще и собирает овощи. Красавчик. Тун-тун-тун-тун-тун, давай на ускоренный. Свет у Невера не резиновый, может внезапно закончиться в любой момент. Как включают внезапно, так выключают внезапно. Да, пожалеюсь, пока это время есть, но... Включают и выключают внезапно только у одной линии в нашем городе. И остальные как бы элитка. А мы такие, знаете, там, низший тир нулевой навык. А так, а я сюда двери поставил? Есть такая хорошая подозревательная мысль, что я сюда нифига двери не поставил. А мне позязенько дверочку. Дверочку, да, эч. Сделали. А в комнате нужна дверь. Да не может же быть, боже. Капитан очевидность. Это кухонька. Наконец-то. Давай, синтезатор мяса. Культиватор мяса, 125 дерева. Что ты жрешь? Ты жрешь электричество, ты жрешь овощи, ты жрешь светнику и получаешь мясо. Причем выхлоп, ой-ой-ой, какой нехороший. Проще чмом мне научить жрать просто овощи, чем сделать из них мясо. А-та-ташенька, а-та-та. Давайте-ка поставим так. Немножко экономим ресурс. Даже настолько экономим, что вот это мы перенесем сюда. О, что-то такое. Не надо будет ставить две. Хотя, в общем, друзья, я понимаю, что очень сильно я сделал неправильный разброс нашей электросети. По-хорошему надо, как в ремоуте, да? По стеночкам, и закольцевал. А что такое? Вы нашли что-то или что-то не нашли? Фига ли мы стоим? Фига ли мы не работаем? Давайте, собираем все. Деревяха есть, здесь дверь пролупили, хорошечно. Ворота открываем по необходимости. Для сотрудников не заперто. А чмомби у нас сотрудник или нет? Виктор Гренвилл, бедняга. Так, а мы комнату сделали, тренажер платформы не сделали. Мы не имеем деревьев. А в смысле не имеем деревьев? Я сейчас буду жутко сильно извиняться. Куда вы ее тратите? Морозильник у вас не работает. Я вот вижу, прям не работает. Тем более дерево он не требует. Что вам нужно? О, по-моему, ночь. По-моему, сейчас подойдут зомби. Да, вон уже они. Ближайшее событие, 19 зомби на волне. Ну, давайте, хоть немножко деревяшки, пожалуйста, друзья. А, господи, они ворота с забора ремонтируют. Так, все, охрана отмена. Все в укрытие. Блин, и потеряем кого-то. Вы вот это сейчас видели? Вы вот это сейчас видели, что зомби сделал с ученым беднягой? Хорошо, хоть с девочкой сделала, тоже мог и с мальчиком сделать. Ох, негодяй, ох, негодяй. Кто не видел, отмотать немножко назад. Вы таки будете очень сильно удивлены. Ученых мы не потеряли, вроде бы ни одного. Зомби ломятся. Это почему-то опять не работает. Ну как? Давайте работников добавим. А, я ж приоритетность не поставил. Давайте максималите, максималите, быстрее лупим. И ворота, не, ну ворота реально держат. Где-то зомби фигня вопрос. Ночь успевает пройти, они даже на третуху не снимают. Давай, давай, давай. Нам нужно вообще больше работников, то есть нужно изучить больше зомби. Будет больше работников, мы быстрее сбреем весь лес. Соберем все ресурсы. Вот эту ладу калину тоже разберем. И холодильник Донбасс тоже. Брошенный. Негодяй. Нельзя бросать холодильник. Нужно их хранить до последнего.
на случай ядреного апокалипсиса. Так, одного поймали. Жаклин Донни. О, это девочка. Хо-хо-хо. Неплохо, неплохо живем. Ворота еще... ворота вы починяете. Вообще молодцы, красавчики. Меня немножко смущают пенечки. Вы пенечки умеете удалять или не умеете? Чисто интересу для удалить объекты 0. Не умеют они пенечки удалять. Некрасиво, не фэншуйно, но что делать? Два зомби. Моя, что золотая. У нас будет два новых работника. Прелестно. На третьего, скорее всего, не успеем. Уже ночь коротка. И нужно больше... слушай, а если мы поставим два лагеря? Ну, вот так вот хитрожопим, схалтурим, да? Взяли, поставили два лагеря с ресурсами. Требуется всего лишь 10 деревень. Это настолько фигня вопрос, что я даже не знаю. Прям 10 поставим. И ебой, три зомби. Карл, три зомби за одну ночь. По-хорошему, 4 снежкострела. В смысле он тебе... Не, вы видали такую феерическую наглость? Он тупо зомби забрал через ворота. Бедняги. Зомби, бегите. Просто бегите. Наши ученые суровее, чем британские. Так, а у вас что? Настроение, шкала показывает. Грусть, комфорт. Фигали, вот кровати на всех хватает. Чего вам нужно? Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Я, наверное, поставил нехорошую ночную круглосуточную смену. Был неправ, исправлюсь. Даже не так. Вообще у нас мало работников, чтобы вы понимали. И у нас, по-моему, нет отдельно. У нас есть еще отдельно сведения о сотрудниках. Мне нужно поставить смены на всех конкретно. Вот что-то как-то не особо-особо. Неудобная система, неудобно, прям скажем. То есть нам, походу, нужно ставить... Да, на каждый отдельный объект. Здесь ночной смены нет. Снежкострел, обе смены круглосуточно. Лаборатория, только дневная смена. Они поэтому излюкаются. Только дневная смена. Где еще мы не сделали? А отдыхать можете, когда захотите. Это дело ваше. Что-то мы еще забыли. Вертухайки вертятся сами. Грузовой пост. А вот чего такие недовольные. Да. И, кстати, рейндж есть? А, вон что как. У тебя рейндж слабенький. Так, поближе к зоне загрузки, разгрузки. Давай. Эрочка, пожалуйста, вот. Подход есть, все замечательно. Должно покрыть все и немножко сверху. Работа пошла или не пошла? Такое ощущение, что я на паузе. Но я не на паузе, нифига. И опять они не могут объект в недосягаемости. Вот тут не обманете. Объект в досягаемости. По той простой причине, что... Мы его не представляли с прошлого эпизода. Возможно, ему не хватает что-то. И у нас сейчас разморозится два зомби. А таташенька, та-та, размораживаются. Реально не хватает работников? Окей, охрана отмена. Тебя мы удалили. Работайте на одной. Я что, ворота не открыл? Фигали, ворота открыты. Почему вы недостижимы? Что такое? Ну, открыты для всех, хорошо. Серьезно, они стояли на открытых для сотрудников. В чем проблема была? Там вот здесь проблема. Все достижимо. Это странно. Это очень странно. А! Вот! Не понял. Оу, с ними произошло. Так их заглючило. Вот все видели, это не Невер тупой, это... Нет, это Невер тупой. Это Невер тупой, Невер не отменил тревогу воздушную. Не, ну чё, я привык жить при воздушной тревоге, пускай они живут при воздушной тревоге. Какие проблемы? Ну вообще, друзья, какие проблемы? Давай, разместили, все, рубим, долбим. Побольше деревяхи. Долбите все. Может быть, за один день еще что-нибудь сделаете. Не, ну вот эти все равно заглючены. Ага-ага. С криком ага-ага они бегут. К столу, но не добегают. О! Процесс пошел. Давай. Хунца-хунца.
Сделали маленького зелененького Нуни Халка. И даже не мастера Йоду. Макс Весинг. Все, проснулся и на завод. Двух зомби пролюбили, но ничего не сделаешь. У меня вообще вопрос. Ну так, на феерическую наглость. А если мы вот так на будущее... Где тут можно забор полупить постоянно? Тут... Чисто теоретически, вы знаете, мы можем просто закольцевать это дело забором. И пока они там будут ломиться, выламываться, сделаем все, что нам надо. О, немножко не заокейл. Согласен, был неправ. Ограда 3. А, не, хитрозада ты. Не хочешь там ставить. Тогда он здесь. А, вот здесь можно. Вот здесь изи-пизи можно. Нет, и там можно, серьезно? Почему оно не отметилось? Или это можно было только в одной конкретной точке? Окей, заметочка на будущее сделана. Я вас услышал. Деревяха рубится. Вы мне самое главное скажите. Вы тренажер сделали? Да, деточка, тренажер сделали. И сделать нужно место для кормления. Культиватор мяса есть, а места для кормления нету. А, пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Место для кормления. 20 дерева, плюс 5% настроения, плюс 30% голода, да. О, слушай, они могут сами там работать. Вообще прелестно. Только кормежка на улице. Нельзя, ну. Жена голая, это задница. Окей, окей, так. Ну, вроде бы. Оно немножечко перекрывает, но не критично перекрывает. Да, вроде работает, все хорошо. Стена, стена, не стена. Не стена, пожалуйста, место для кормления. Быстренько организовали у нас. Блин, у нас опять ночь. Карл, у нас опять ночь, но зато дерево не нарубили, ёшматрёш. Так, быстренько все, тревога на базе, тревога на базе. Ворота закрываем, тревогу отменяем, все хорошо. Книжка стрел на максималите. Зомби пошли. А ловим лайфхак. Просто ловим лайфхак. Ставим одну стеночку, они на нее лупятся целые. Ну, не все, конечно, лупятся, но многие лупятся. Она ставит на выходе кучу стеночек, все. Ночь светла. Книжка стрел. Бусинки мои, не слышали случайно про круглосуточную смену, не? Говорят, помогает. Нет, не хотят. Хорошо. Тогда, если я пару-тройку здесь сделаю круглосуточную. Они и так здесь тупят. Фу. Обучение, обмен. Вот это уже хорошо, хоть что-то сделали. С помощью вертолетика можно получать ресурсы из лаборатории мус. Лось. Кроме того, вы можете отправить в лабораторию мус любого чомби, чтобы повысить прогресс лечения. Сколько это будет стоить? Чтобы исследовать лечебную камеру 2, 3 и так далее, вам нужно увеличить прогресс лечения, отправляя чомби в лабораторию мус. Чтобы начать обмен, откройте карту мира. Ёшмат, здесь карта мира есть, ничего себе. Выберите лабораторию мус, там сможете попросить ресурсы. Отправляя чомби, вы ускоряете процесс лечения или создаете исследование. А, вон это что. То есть мы можем их просто тупо ловить и на обмен отправлять. Хорошо. А кроме того, если ваших работников любили зомби или злые чомби, вы можете попросить новых у... Да, компания незаменяема, работники очень даже. Хорошо, карта мира. Я так думаю, что это вот это. Мы находимся вот здесь, а? Здесь мы, да? Обучение и лечение зомби, да. Лаборатория лосяшки здесь, а? Других континентов не завезли. А в Гренландии зомби нету. Как знали. Что это такое? Мост. Мост, который вот-вот упадет. Сделать на событиях активным, чтобы очки Docking Hero учитывались для выполнения его цели. Я не знаю, что это такое. Но, возможно, здесь есть экспедиция. Слушай, насколько эта игра шикарна. Так, отослать работника. Можем одного чмомби отослать в контейнере. Прогресс лечения плюс 0.10. Или потратить на исследование. Плюс полтос исследования. Но исследованиями они и так занимаются. Что бы я хотел в обмен? Что это такое? Супер пища. Это восхитительная смесь приготовленных овощей и жареного мяса. Жрать вредно. Мяса мы накрафтили очень много. А, это у них очень много, у нас вообще мяса нет. Можем... За какие поинты мы заказываем еще? Или нам выдают тупо, что мы хотим? Если тупо, что мы хотим, то это вообще изи-пизи-мани.
Приготовленные овощи. Ну, не знаю. Деревяхи они накрафтили. Давайте металла на всякий случай закрафтим, да? И серьезно? Вот так вот на халяву? Здесь же написано, получить бесплатный ресурс. Так, дайте, пожалуйста, побольше. Побольше, что нам нужно? Электронику. Дайте суперпищу. Руда, не знаю, добываем мы руду, не добываем. Пока что не надо. Химвещества не надо. Вот бы знать, что у нас есть, что нету. Вот давай овощей, что ли, наберем. Мясо жареного, всякого хорошего удобрения наберем. А, уже не влазит, окей. Что набрали, то все наше. Отправляем вертолетик. Полетел. Моя ж ты прелесть. Как вернуться назад? Вернуться вот сюда. Не бздите, ученые. Скоро будет вам счастье. Скоро будет просто... Просто даже слова такого нет, что будет. 57 минут. Я очень сильно надеюсь, что не реального времени. Потому что если реального времени, то ну его нафиг. Быстрее сами произведем. Так. Я серьезно, а вы не по тревоге, друзья мои? Что вам ваше жизненное? У вас нет деревья? Если у вас нет деревья, то вообще будет грустно. Работает один чемпион. Все, все остальные забили болт. Или вы что? Они догадались, что у них ворота поломаны. Вертолет прибывает. А где? А ну-ка. Йоу, как это красиво. Давайте тогда посмотрим в слоу-моу-моу-моу. Контейнер опустился. Пункт. Контейнер забрался. Пункт. Вертолет еще ушел. Прям в гору ушел. Трансфазовый вертолет. Новейшая разработка. Ни у кого нет, только у нас есть. Но проблема. Нам бы вообще людей побольше. Серьезно, здесь все есть. Чего вам не хватает? Пополняйте ресурсы, залупайтесь туда, друзья мои. В чем ваша жизненная печаль? Они все отходят, жрут спокойно. Давай, четверку, пускай зомби уходят. Ночь уже практически прошла. Что тебе нужно? Настроение в минусе. Йо! Вы прошли весь курс обучения. Теперь вы сможете колор равно хэштег FFF9D. Вот что мы можем. Во, вы такого не можете, я могу. Прям колоры FFF и 9D. Хэштегом. А построить идеальную лабораторию можете вылечить зомби и восстановить цивилизацию. Удачи, как говорил Дамблдор. Можете пройти эту обучающую экспедицию или начать новую на карте мира. А чё бы нет, мы немножко продолжим. То есть, если они не будут тупить и будут работать, мы очень даже продолжим. Но продолжим, друзья, уже в следующем эпизоде. Пока что маленькая пауза. Пишите комментарии, где я там особо затупил. Не забывайте про наш Телеграм, Дискорд и ВКонтакт. Ссылочки все так же под видео в описании. Ну и всем удачи и до встречи. Увидимся немножко попозже.